Теперь рассмотрим протокол ОСП Опеншорта Спасфест версии 3. Этот протокол предназначен для сетей IP версии 6. Ну, что тут у нас меняется? Меняются адреса, по которым он рассылает информацию, также мультикастингом, как и ОСП V2, только немного другие адреса. Также сеть на области разбиваем. То есть принципиально это разницы нету. Ну и как всегда, когда мы работаем с протоколами IPv6, мы вешаем всю информацию на интерфейсы. Значит, вот наша система. И давайте конфигурить роутера. Так, конфигуры терминал. Что у нас в начале? Ну, как мы помним, вот этот общий блок IPv6 роутер, он конфигурит конкретный протокол с конкретным процессом для всего роутера. Что мы конфигурим для IPv6 6? Опять же, идентификатор маршрутизатора. Если идентификатор маршрутизатора для IP-версии 4 у нас выставлялся автоматически, мы его могли сами сделать, но он выставлялся автоматически, то для IP-версии 6 автоматически он не выставляется, мы его ставим. IPv6, роутер, ОСП и номер процесса. Но, опять же, процесс, он локальный. Мы можем на всех маршрутизаторах делать разные, любые произвольные номера процессов. Идентификатор роутера. Ну и теперь вешаем на интерфейсы. Пишем на интерфейс. Интерфейс G00 IPv6 ОСП. Дальше идет у нас идентификатор процесса. И область. Вот область у всех должна быть одинаковая. У всех роутеров область должна быть одинаковая. Интерфейс S010. Шоуру. Вот видите, у нас повешен на каждый интерфейс. Райтмен. Второй маршрутизатор. Конфигуры терминал. IPv6 роутер. ОСП. Ну, пусть один будет для порядка. Роутер IT. То есть я перескакиваю туда. Фокус у меня перескакивает. Роутер IT 2. И дальше вешаем на каждый интерфейс. У нас два интерфейса тут. Интерфейс 0.0. IPv6 ОСП. Номер тут должен совпадать с общим блоком. А область должна быть одна на все маршрутизаторы области.
Enable. Конфигуруй терминал. IP. Это не день Бекхэма. IPv6. Роутер. USP. 1. Роутер IT 333. Exit и интерфейсы 0.0. IPv6 USP 1. Ария 0. Ну и остальные интерфейсы. Это у нас последовательный порт 0.1.0. И давайте четвертый маршрутизатор. Конфты. IPv6. Роутер. OSP 1. Роутер IT 4444. Exit. Так, интерфейс S010. IPv6 OSP 1 ARIA 0. Ну, давайте посмотрим. Show IPv6 root. Так, нем. Так, о, это у нас OSP. Где у нас? О, OSP. Итак, у нас по OSP 11-я сетка, 10-я, 2-я, 1-я. Ну да, вот все сети он видит. Ну а теперь пингуем. IP-конфиг. Вот у нас вот. Это локальный адрес, значит 2001. 11А. Да, пингует. Ну и опять же. Смотрим. Пинг запустили. Включили. И вот у нас пинг пошел. Пинг идет, как мы видим, по более быстрой сети. Помните, в рипе у нас шел то там, то там. Как Господь на душу положит. У нас дополнительные протоколы STP строит он, DP. OSCMP опять. Ну и тут мы ему подарок сделаем. Интерфейс G0.0. Down. Вот OSP у нас побежала, перестраивает сеть. Так, а тут у нас пока не отвалился, не успел. Так, пакет побежал. OSP перестраивает.
Так, ну, значит, очень долго все он, куча протоколов. 1000 ОСП перестраивается, ОСП версии 6.3 и ОСП версии 2 перестраивается. Все у нас перестраивается. Вот он, тайм-аут наш. Не знает, куда идти дальше. И вот пошел SMP6. Пока мы смотрели тайм-аут, он уже выскочил тут и побежал. Прибежал, все. Четвертый пошел. Ну, все. Ну, шатдаун. Но когда подняли, обратно побежит вверху. Ох ты, снизу пошел, не перестроился, что ли? Рейсер-то сделаем. Четвертый идет. Ну, шатдаун, да. Шоу-ру. Он как запомнил, что тут не работает, так и... Перестроиться не может. Вот перестроился. Не быстро, да. Но, как видим, опять через верх идет. Там, где побыстрее. Помните, мы когда рип гоняли, он по очереди то сверху, то снизу, то сверху, то снизу. То есть для него-то эти два маршрута были одинаковые. Для ОСП это разные маршруты. То там быстрее, тут медленнее. Ну, вот, собственно, ОСП. Более сложные конструкции с несколькими сетями и с сетью по умолчанию для выхода к провайдеру мы отложим на другой раз.